Более 1 миллиарда тенге выделено из бюджета на ремонт карагандинских школ. Причем в 25 учреждениях образования проводится капитальный ремонт. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов совершил рабочий объезд и ознакомился с ходом ремонтной кампании образовательных и культурных объектов Караганды. Рабочая поездка началась с посещения культурных объектов. Первый из них – Дворец культуры молодежный в Пришахтинске. Ремонт здания начался в мае. Завершить планируют ко дню шахтеров. В 2015 году уже были выполнены внутренние работы. В этом году ремонтируют фасад здания и котельную. Теперь во Дворце культуры будет центральное отопление. Значит, вот у нас текущий ремонт фасада входной группы Дома культуры. Подрядчик Саранский, работы начали не первого, конечно, заключили договор. Работы начались 25 мая. 31 мы заканчиваем. Ну, как я сказала, здесь большая у нас экономия. Следующий объект – Дворец культуры железнодорожников. Здесь ремонт начался 21 мая, закончится 31 июля. В этом году ремонтируют лишь фасад. Внутреннюю отделку планируют выполнить в следующем году. Последний культурный объект, который посетил глава региона, стал Дворец культуры Нового Майкудука. Ерлан Кушанов наказал, чтобы все ремонтные работы культурных объектов закончились ко дню шахтеров. Сейчас вот на день железнодорожника планируется народное гуляние и как раз наше 80-летие. И уже торжественная часть мы планируем где-то в ноябре месяце. Не остались без внимания и учреждения образования Октябрьского района. Ерлан Кушанов побывал в школе номер 32, где ему подробно доложили о том, как идут ремонтные работы в школах Пришахтинска, Сортировки и Майкудука. В этом году из городского бюджета на ремонт объектов образования выделен 1 миллиард 268 миллионов тенге. Капитальный ремонт планируется в 25 образованиях, в 23 – текущий ремонт. В школах в первую очередь проводятся кровельные работы, замена окон и ремонт фасадов. В 4 школах ремонтные работы ведутся с опережением графика. 79 общеобразовательных школ, детских садов 41, внешкольных организаций 10. В Октябрьском районе у нас 52 организации. И численность детей 52 882 ребенка. Аким области также посетил школу-интернат номер 22. Согласно проектно-сметной документации, на это здание выделено свыше 100 миллионов тенге. Сумму разделили на 2 раза. В нынешнем году отремонтируют кровлю и лицевую сторону фасада, полностью поменяют окна. Остальное в следующем году. Окна не 100% поставили, сейчас идут внутриотделочные работы. И плюс еще фасад. Фасад у нас лицевая сторона. Мы здесь в целом по данному объекту у нас проектно-сметная документация свыше 100 миллионов. Мы на два этапа поделили в этом году. Вот кровля, окна, и фасад. Лицевой фасад. Это следующий год, и внутри красота. Все ремонтные работы образовательных объектов планируют завершить до начала нового учебного года. На следующей неделе Аким области намерен ознакомиться с ходом ремонтной кампании в районе имени Казыбек-Би. Андрей Тенаш, Арагибаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.